Обсуждение важных для города и области вопросов начинается с реализации программ по поддержке инициатив населения. Ассоциация муниципальных образований во главе с председателем главы города Еленой Лапушкиной сопровождает реализацию губернаторского проекта содействия. В 2021 году по рейтингу научно-исследовательского финансового института Самарская область заняла 3-е место в России по количеству реализации проектов инициативного бюджетирования. Это когда граждане вовлекаются в процесс и сами управляют бюджетом территории. В фокусе местная инфраструктура, благоустройство территории, ремонт дорог, организация освещение, водоснабжение, спортивные площадки и многое другое. Лидерами по количеству заявленных общественных инициатив за все время реализации губернаторского проекта стали Ставропольский, Похвистневский, Безенчугский районы и городской округ Тольятти. Лидерами по количеству реализованных общественных инициатив за время реализации проекта являются муниципальный район Шанталинский, 59 проектов, Тольятти, 58 проектов, Похвистневский район, 53 проекта, и муниципальный район Исаакиевский, 50 проектов. За 6 лет на конкурс поступило более 1850 заявок. Из них свыше 962 были реализованы. 1 ноября прошлого года завершился прием заявок для участия в осеннем конкурсном отборе общественных проектов на 2023 год. На рассмотрение в комиссию поступило 200 инициатив, из них лучшими признаны 94. До конца февраля идет прием заявок на весенний конкурс общественных проектов. Имейте это в виду и готовьте правильно свои заявки. На это будет обращаться внимание. Мне очень хочется, чтобы каждый муниципалитет получил возможность развития в рамках этого проекта, благоустраивал свою территорию. И для того, чтобы вы были победителями, конечно, надо грамотно готовить свои проекты. Стоит отметить, что теперь учитывается не только преемственность развития территорий, но и их комплексное развитие. Повысить рейтинг заявки поможет участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» и государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». При подготовке конкурсной документации для участия в губернаторском проекте содействия необходимо ориентироваться на наиболее значимые потребности жителей. Ольга Павлова, Константин Головин. События.